4 спецучастка в дорожном режиме. Первая секция, которая сегодня прошла полностью в дорожном режиме. На втором уже там как-то сумбурно ехали, то очень медленно, то наоборот очень быстро. Сильно смутил некий человек в форме судьи, который посредине допа махнул нам желтым флагом. И мы, соответственно, седьмой доп проехались, ну, очень тихо. Вчера мы меняли колесо, у нас выскакивал привод, поэтому мы потеряли около 2 минут. Поэтому день вчерашний был неудачный. Сегодня все было лучше, мы сильно не ошибались, колеса не пробивали. 2 или 3 спецучастка пустили в дорожном режиме, соответственно, боевой километраж сильно сократился. И я так полагаю, что чуть-чуть не хватило нам для того, чтобы нагнать и там заехать в тройку. Спасибо Михаилу, 10-11 спецучасток ехал я, но была мокрая дорога, и поэтому, конечно, было сложновато показать высокий результат. Я получил огромное удовольствие, машина очень интересная, и на ней ехать крайне приятно. Машина доехала до финиша, хоть и не с максимально возможным для нее результатом, тем не менее, получили очень большой объем информации для того, чтобы развивать эту машину и готовить ее к следующим соревнованиям. Получилось так, что с одного трамплина мы сиганули настолько мощно, что Лена выронила стенограмму из рук, и у нас в машине что-то отвалилось, я тогда не смог заметить, что, понял, что что-то случилось. Но, слава богу, мы доехали нормально, финишировали. Оказалось, что оторвали с мясом бампер, загнули защиту, но машина выдержала. Наш полуседан, как обычно, показал свою высокую надежность. Стоило только стартовать, через километр уперлись в пыль. Глотали пыль, Паша там кричал, визжал от страха, но причем потому, что не было видно, куда ехать. Очень изматывающая гонка, как и все чемпионатские, как белые ночи, как всегда. Мы все-таки добрались до финиша, несмотря на всю эту гряду незаурядиц. Карелия никогда не была легкой, ни для кого. Не для лидеров, не для отстающих. Я поздравляю Юру Урюкова с каким-то феноменальным результатом. Я считаю итог успешный, гонка очень интересная, очень понравилась. Впечатление, как в прошлом году, все решилось на последнем допе. Лето удалось, выходные тоже.